Перед нашим заселением в квартиру в Новом Афоне хозяйка не предупредила нас о том, что во дворе ведутся масштабные строительные работы. Наш недавний восторг от красивейших видов города, которые мы увидели, как только вышли из маршрутки, сменился сильнейшим разочарованием, как только мы зашли на территорию турбазы и увидели это. Сначала нам показалось, что огромное многоэтажное здание прямо на наших глазах ломают. Позже оказалось, что наоборот, идет подготовка к капитальному ремонту. Но нам от этого не было легче. Как можно отдыхать в таком шуме? Но все оказалось не так страшно. К счастью, наше окно и балкон выходили на противоположную сторону. И вообще, стоило нам зайти в квартиру, как ужасные звуки стройки стали практически не слышны. В результате нам здесь понравилось, тем более, что все основные достопримечательности Нового Афона оказались в шаговой доступности от этого места. Вот это вот с другой стороны я снимаю здание. Сначала мы думали, что его сейчас ломают. Нет, его наоборот ремонтируют. Видимо, появились средства на ремонт. Вот, а смотрите, как открылся монастырь. Мы еще не дошли до него. А какая прекрасная гора открывается. Вот такой вот коридор. Значит, есть выход на лестницу. Как бы левое крыло. Если со стороны улицы, то это будет левое крыло. Система коридорная. Так. И есть правое крыло. Стекол нету. Вид на улицу. Как раз примерно эту же картину мы видим со своего балкона. Вот там балкончик. Вот, а тут, значит, мы спускаемся на первый этаж. Вот такие. Вот напоминаю, что это территория турбазы. То есть это здание строилось как турбаза. Но так получилось, что свое прямое назначение она не выполняла. Мы сразу переселили людей. Сначала после наводнения. Было сильное наводнение, когда из пещеры пошла вода. Как раз наша хозяйка, она была маленькой девочкой, когда вот их сюда переселили. Вот мы вышли из подъезда сюда к речке. Вот, а потом началась Абхазская война. Вот там наш балкон на втором этаже. Вот, и люди так и остались здесь жить. В этом доме. А сейчас кто-то из них выкупил эти квартиры, кто-то выкупил несколько квартир, сдают их. То есть сейчас это частный дом. Вот такой вот вход этого частного дома. Я рискую, чтобы мне на башку ничего там не прилетело. Вот так вот выглядит парадный вход, так сказать. Ремонтируемое же на наших глазах огромное строение оказалось самой известной и крупной местной заброшкой. Каких только сталкеров и
видеоблогеров оно не повидало, пока стояло в запустении. Здание манило меня своей близостью и доступностью проникновения, и поэтому, когда строители устроили себе выходной, я тут же отправился его обследовать. Сегодня строителей здесь нет. Лента опущена. Мне же надо посмотреть на эту заброшечку. Тем более, что это не заброшка, а, как оказалось, тут идет ремонт. То есть сейчас я понял, что выбрасывают все обветшалое. Будет обновленное здание. Итак, в советское время здесь была самая крупная столовая на 500 посадочных мест. Самая крупная в Новом Афоне, как мне сказали. Так как это и вот это здание, в котором мы живем, это все был комплекс турбазы. Кстати, тут написано «Добро пожаловать». Турбаза, которая, собственно, турбазой никогда не была. Потому что из-за определенных обстоятельств сюда заселили, в смысле, в тот дом, в котором мы живем, заселили людей, пострадавших от наводнения. Вот, а столовая это действовала. Еще на один этаж поднимемся. Я видел, что строители тут ходили спокойно, то есть вполне тут все надежно. Вот тут у них основные работы велись. Они тут стрекотали. Вон даже маленькие трактора сюда загнали. Вот крыша протекает, капает сверху. Даже это не крыша, еще один этаж есть. Вот такой вот вид сверху. Я на каком? На третьем этаже. Но есть еще и четвертый. Вот тут уже с крыши капает. Ага, и тоже трактор стоит. Вот тут все они вычищают. Все дряхло сбрасывают вниз. Вот. И потом начнут что-то из этого делать. Но может и отель получится большой, вместительный. Посмотрим. Сейчас я на четвертом этаже. Вот там отель «Родина». Там тоже отель. Везде отели. Везде кафе. Ну, у них там бассейн свой. Сейчас только разглядел. Прыгалки детские. О, какой тут вид-то на Новоафонский монастырь. Блин, пока приближал, сверху ударила капля воды. Я подумал, хорошо, что не камень. Ладно, будем спускаться, пока меня не поймали. Ну и показываю еще раз, как это здание выглядит снаружи.
Позже, когда мы уже вернулись из путешествия, я прочитал, что помимо вместительной столовой и кухни, здесь располагался киноконцертный зал с грим-уборными и репетиционными комнатами, зал с игровыми автоматами и другие помещения для комфортного досуга. Интересно будет вернуться сюда через пару лет и посмотреть на конечный результат труда этих работяг.